Добрый вечер, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый вечер всем, кто находится сейчас в этом прекрасном зале. Нет, друзья, это не те аплодисменты, которые и я ждал от вас. Не те аплодисменты, которые должны расстаться здесь, под этими фантастическими сводами. Потому что у нас сегодня потрясающая вечер. Мы его долго ждали. Мы к нему долго шли. Давайте как-то приветствуем просто друг друга бурными аплодисментами. Конечно! Ну что же, вы слышите, сейчас музыка станет чуть тише. Я вам скажу, что мы не случайно, конечно, выбрали для начала сегодняшнего вечера вот этот удивительный, прекрасный, нежный и такой чувственный вальс из картины «Мой ласковый и нежный зверь». Потому что в каком-то смысле это эстафета времен. В каком-то смысле все мы, помня о прошлой зиме, о наслаждении, которое является себя зима, особенно горнолыжный курорт, мы ждали, когда же мы вновь сможем приехать сюда, в любимое место, и вновь посетить любимые склоны и открыть зимний сезон. И вот он, друзья, приближается. Итак, внимание. От лица Гранд-отеля Поляна. От лица... сейчас я... управляющей компанией Swan International. В этот момент, каждый раз, когда упоминаете эти имена, я бы хотел, чтобы вы аплодировали, друзья, потому что это все очень важно. И, наконец, от лица горно-туристического центра ОАО «Газпром» я приветствую вас сегодня на вечере, имя которому открываем будущее, отправляемся в будущее. Итак, действительно, давайте отправимся в будущее. Прежде всего, я расскажу вам о том, почему я так люблю этот отель и почему я так люблю отдыхать в горах, я бы хотел узнать, вот сегодня здесь, в основном те, кто здесь впервые, или в основном